Выступать на сцене всегда волнительно, а выступать с кумиром еще труднее. В Государственном концертном зале «Башкортостан» проходит гала-концерт «Мы раскрываем крылья». Здесь ребята могут показать свои музыкальные таланты. В Уфе проходит гала-концерт «Мы раскрываем крылья». Инклюзивный проект «Республиканский конкурс-фестиваль» в этом году проводится в Башкортостане во второй раз в рамках проекта «Творческие люди». Организовывает его Республиканский учебно-методический центр по образованию Министерства культуры Республики Башкортостан и Национальный симфонический оркестр. На сцене выступают десятки юных звезд – певцы, пианисты, скрипачи. Какая польза от таких мероприятий? Мне кажется, эти мероприятия показывают людям, что люди с ограниченными возможностями не ограничены. Как принять участие в концерте? В данном мероприятии проходил онлайн-отбор в сентябре. Меня же пригласили, потому что я выступала с этим оркестром не первый раз, имея много заслуг и концертный опыт. Конкурс-фестиваль направлен на поддержку детей с особенностями здоровья с 6 до 17 лет, обучающихся в детских музыкальных школах, а также школах искусств и профессиональных образовательных организациях сферы культуры Республики Башкортостан. Благодаря этому концерту многие талантливые ребята впервые выйдут на большую сцену и почувствуют себя настоящими артистами. Расскажи про свое выступление. Я сегодня буду исполнять песню Шаинского «Улыбка». Я ее выбрала, потому что она мне очень понравилась своей задорностью, энергичностью и своей в то же время наивностью и чистотой. Как тебе выступать на сцене? Ну, конечно же, это волнительно, но в то же время радостно. И с волнением справиться легко, потому что если тебе нравится выступать на сцене, то, конечно же, ты во время исполнения забываешь об этом. Конкурс проходил в двух этапах. Первый состоялся в дистанционном формате по 4 номинациям – сольно-академическое исполнение, инструментальное и вокальное, а также инструментальные и вокальные ансамбли. Второй этап, включающий подведение итогов и благотворительный гала-концерт, проходил в Государственном концертном зале «Башкортостан». Благодаря проекту юные участники смогут выступить в сопровождении Национального симфонического оркестра Республики Башкортостан под управлением главного дирижера, заслуженного артиста Дмитрия Крюкова. «Мы раскрываем крылья» — это очень важный и нужный проект. Здесь ребята могут тренировать и улучшать свои знания. Диана Луганцева, Руслан Бекбаев. Специально для Грэй Новостей.